Добрый день, уважаемые онлайн-слушатели! Сегодня 14 апреля 2017 года и мы с вами начинаем дневной обзор валютного рынка для эффективной торговли. Со связью все хорошо. Чат и вижу. Переключаюсь на камеру для того, чтобы с вами поздороваться. Добрый день, уважаемые онлайн-слушатели! Меня зовут Тулиен Розалий. и трансляция ежедневно ведется из города Алматы с офиса инвестиционной академии компании Альпари. Мы обсуждаем с вами евро-доллар, фунт-доллар, фьючер-золото и другие мажорные валютные пары при помощи стратегии Last Kiss, которая позволяет нам дожидаться четкого сигнала, хладнокровно оставить стоп-лосс, который короче тейк профита в несколько раз и получать свои тейк профиты. Почему? Потому что после касания тейк профитов стоит вопрос, то ли мы будем продолжать тенденцию, то ли мы будем разворачиваться именно на этом пропорционально горизонтальном уровне. Уровни. Давайте посмотрим, что там происходит вместе. Я переключаюсь на экран и по традиции включаю чат, для того, чтобы со всеми поздороваться. Добрый день, Новокузнецк! Добрый день, Новороссийск, Южноуральск, Починки, Зеленогорск, Кисловодск. Проблемы в сайте не в курсе я, не был я на сайте. Проблемы в паме? не в курсе пока, не смотрел никуда. Что у нас еще? Все комментарии закончились. Сегодня слабовато с комментариями, а скорее всего, потому что сегодня пятница. Итак, включен экран. Давайте по традиции проведем обзор, что у нас там происходит. Евро-доллар. Сейчас я его уменьшу. То есть он э, закончил свою карьеру э, восходящего тренда, потому что выключил стоп-лосс 76-й. Фунт-доллар за последние сутки не трогал своего 76 Сейчас, секундочку, не то уменьшил. Фунт-доллар не трогал э, 76-го, продолжает двигаться продолжает двигаться в восходящем настроении, вот стоят у меня здесь горизонтальные линии, я сейчас объясню, что это такое, вот горизонтальная линия евро-доллара, которая делит экран на зону села, на зону бая, мы вновь после выключения стоп-лосса оказались в зоне села, фунт-доллар не трогал стоп-лосса вчерашнего дня и продолжает оставаться в зоне бая, ну как бы вот Несколько часов назад он оттолкнулся от э, горизонтального уровня, который делит зону бая и зону села, продолжает оставаться в зоне бая. И золото не трогало стоп-лосс со вчерашнего дня, продолжает оставаться в зоне бая. А, спасибо за поздравления. А, сегодня действительно у меня день рождения, 14 апреля 1976 года. Я родился а, именно в этот день опять-таки шутка, 76,4, ну, как бы для меня это знаменательная цифра, связанная еще с моим с моей даты рождения. Сегодня по этому поводу выходной на фондовом рынке США, то есть вот здесь ребята шутят, говорят, даже фондовый рынок не работает, потому что сегодня отмечает ну, якобы мой день рождения. Спасибо всем за поздравления. Можно ли заходить в рынок по линейному графику или, тейк, или только тейк можно забирать? Забирать только тейк, Данил, желательно. Почему? Потому что вход желательно сделать попозже, а выход желательно сделать пораньше. Почему? Потому что если мы увидим клозы выше линейного графика, то возможно в этот момент как раз таки он будет отталкиваться от горизонтального уровня свечного графика. Еще раз всем спасибо за поздравления. Вот, если у кого-то сегодня день рождения, я вас тоже одновременно поздравляю с этим. Огромных профитов желает Владимир, ну и взаимно я тоже вам желаю того же самого. На самом деле, давайте посмотрим, что происходит у дисциплинированного трейдера, который смотрит на экран и понимает, в чем дело. Евро-доллар глобально вчера вот в этой ситуации находился действительно в зоне бая, но мы с вами определяем опасный коридорчик. Он сработал по евро-доллару и уже отдал несколько видов тейка. Вот. Фунт доллар действительно вчера находился в зоне бая. У него сработал опасный коридорчик и он движется к своему противошорстному тейку. А вот золото не закрывало опасный коридорчик и продолжает оставаться в зоне бая. Давайте посмотрим на опасный коридорчик, который мы с вами вчера нарисовали. Евро-доллар, опасный коридорчик сработал в первой половине дня, то есть 9.00 по терминалу. Быстренько достигла пропорционального уровня 261 и далее пошла на следующий пропорциональный уровень 423. И в данный момент ну, как бы находится вот в таком состоянии. То есть, что можно сказать по евро-доллару, по опасному коридорчику? Он достиг своего тейка без касания 7.6, то есть, обратите внимание, 7.6 ну, никто не получал. То есть, здесь действительно нужно было уходить в противошорт, фиксировать либо здесь, либо здесь, в зависимости от того, что был ли прокол или не было на каждом терминале по-разному. Вот. И а, можно сказать, что Ласкис Original завершил свою карьеру, то есть, тейком завершил тейк, э, но не перешел в вытянутое состояние. То есть, чтобы окончательно э, считать евро-доллара вытянутым, ему нужно пробить еще и лоу вот этой белой свечи, и тогда мы Fibonacci по-другому растянем. И будет понятно, что э, опасный коридорчик сработал, вытянулся и продолжает движение по следующим пропорциям. Пока этого не происходит, две пропорции отдали Тейка без касания 7.6. То есть, грубо говоря, давайте опишем ситуацию дисциплинированного трейдера, который торгует по евро-доллару. К примеру, только по евро-доллару. Он вчера зашел в бай, вот здесь вот здесь вот зашел в бай, рассчитал ну, свой депозит, э, там, ну, грубо говоря, 30 пунктов до стоп-лосса, у него сработал стоп-лосс 30 пунктов. Мы же с вами знаем, что если мы уходим в противошорст, в противошерст, то тейк э, от противошорста должен поглощать э, стоп-лосс от э, того коридора, который стоит у вас в противоположном направлении. Ну, а, грубо говоря, зашел в противошорст, забрал там свой тейк 36 пунктов, даже если одинаковой лотностью ну, участвовали, то прибыль составила 6 пунктов. Если же немножко лотность увеличить, ну, к примеру, в полтора раза, то прибыль уже за, за, заметно почувствовалась. И а, я вот сейчас отвечу на вопрос еще раз, я каждый день об этом говорю. Если я получаю тейк в противошорсте, я просто не дожидаясь а, стоп лосса забираю сделку вручную. Но это произошло одновременно. Сначала выключился 7.6 от от вот этого бая, а потом выключился тейк, не коснувшись собственного стоп-лосса, а противошерсти. Получается, в истории счета осталось так. Минус 30 пунктов, плюс 36 пунктов с коэффициентом полтора. Все нормально, нормально. И на этом нужно было вчера карьеру э, трейдера по евро-доллару закончить. Почему? Потому что у меня есть такой девиз внутреннего трейдера до первой кровинки, до первой слезинки, до первого take profit. Сработал take profit, сработал стоп-лосс. Прибыль по евро-доллару составила, грубо говоря, 6 пунктов. Пишем. 6 пунктов. Ну и ладно. Ну и ладно. Зато в следующие дни в вольтах прибыль будет немножко больше. Окей. С евро-долларом разобрались. Он. До сих пор жив здоров. Почему? Потому что у него, у него, у евро-доллара касание нижней точки коридора не происходит в импульсном коридоре. Он двигается согласно фиолетовой линии. стоп лосс был euh, ликвидирован, ну рынок его ликвидировал. Ну и в этот момент отдал противошорство. Противошорство может усугубиться, и тогда мы увидим вот такие пропорции, вот такие. То есть он может ну, двигаться дальше. Причем бай может не включиться. То есть, грубо говоря, сейчас мы выйдем, все, я торгую дальше сел, бай не включен, ну, вторую попытку на включение он не дает. Почему? Потому что, ну, не выскакивает за пределы сотового уровня. Вот. И второй вариант. А, уже бай сегодняшнего дня работает маленький, и если ему на помощь придет бай основной, то движение будет до основного тейк-профита. Как выглядит бай сегодняшнего дня, давайте посмотрим вот сюда. То есть, давайте поблагодарим опасный коридор по евро-доллару, который участвовал в своей... Пропорции против э, вытянутого бая он зафиксировал 261-423 и начал здесь рисовать другие ласкисы. Ну и после ликвидации вот этих всех вспомогательных полосочек мы просто возьмем горизонтальную линию и спросим: а кто был самый низкий парень на деревне? И есть ли сегодня с сегодняшнего дня? И стремится ли он куда-нибудь? Да, берем зеленый фломастер и определяем, что в сегодняшнем дне уже работает Ласкис в бай с чувствительностью 161 уровня. Его задача сегодня добежать до 261 уровня. До 261. Не тот инструмент взял. Сейчас, секундочку, разукрашу. Вот так вот выглядит сделка сегодняшнего uh, дня у дейтрейдера. У трейдера. Спасибо за поздравление еще раз. То есть, вот вижу очень много сообщений. Вот. Далее. Uh, то есть, если сейчас описывать ситуацию евро-доллара, Вытянутый бай по евро-доллару закончился стоп-лоссом, но в этот момент мы получили противошорстный тейк. Значит, сэлов нету. Бай в вытянутом коридоре уже кончились. Прибыль 6 пунктов осталась. Окей. Что сейчас работает по евро-доллару у Дэйтрейдера? Бай внутри сегодняшнего дня. Sell мы боимся где-то внутри дня, вот таким образом. Ну, вот так вот. То есть, если бай, то идем сюда. Если sell, то идем сюда. И уже исходя из вот этого вот загадочного накопления, мы уже будем развивать следующие события. Окей? Okay? Окей. Okay. Либо мы просто идем вверх, отдаем тейк, либо если мы сносим стоп, то бай заканчивается, и через некоторое время может начаться сел сегодняшнего дня вот до, до, вот этих пропорций. С евро-долларом разобрались. Давайте теперь посмотрим на евро-доллар четырехчасовку. Я вновь восстановил Старую Fibonacci, то есть напоминаю, что евро-доллар продолжает двигаться вот в этом большом импульсе. От самого лоу был самый максимальный хай, вернулся на 100%. Хорошо чувствовал 161, вчера выходил в зону бая, то есть выше 161. Но помешал еще определенный горизонтальный уровень по Fibonacci. И вновь мы находимся в зоне села с ближайшим тейком, это 0.524. Ну и дальний тейк у нас есть там 0.238. Окей. Okay. Прищуриваем глаз, вспоминаем старый коридор. Вспоминаем. Вчера по этому четырехчасовому графику у евро-доллара был валет. Но этого вальта уже нету. Вот такой был валет. Вот. У него действительно был бай. Ну, внутри вчерашнего дня. И этот бай закончился. То есть четырехчасовку можно описать так. Сел продолжается, потому что стоп-лосс жив-здоров. Вот он стоит, стоп-лосс. А баи начинались и закончились. Когда они начинались, Сколько денег мы потеряли? Мы вышли, получили стоп-лосс 30 пунктов и тейк-профит 36. То есть мы ничего от этого а, движения не потеряли. Я когда говорю «мы», я говорю про дисциплинированного трейдера, который знает все правила в данной стратегии, либо их придумал, уже модифицировал для себя сам. Если кто-то до сих пор сомневается и не может в купе собрать все эти правила, я вас 29 апреля приглашаю на очередной платный семинар, условно-платный, то есть он бесплатный, при условии, если вы откроете счет в Альпари. И 12-13 мая мы встречаемся в городе Екатеринбург, но уже это для жителей города, потому что это очная встреча, то есть вряд ли туда кто-нибудь приедет с Владивостока, к Вот. А вот на 29 апреля может попасть любой человек, проживающий в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, не знаю, в Зимбабве, там еще где-нибудь, можно спокойно в онлайне а, в субботу ранним утром, ну, как бы пообщаться. Все, резюме евро-доллара, часовочки, часовочка, баи закончились, целые тоже закончились, потому что отдали тейки и начались новые баи новые баи начались внутри сегодняшнего дня. То есть кенгуренок, так называемый, помните, вот здесь вот кенгуренок выскочил уже. Но мама кенгуру его пока что не поддержит, мама поддержит его вот здесь и будет дальше, дальше движение по пропорциям. Если же мы уйдем на пробитие фиолетовой линии и клозами окажемся внизу, то часовка, часовка получит немножко другой вид. Смотрите, вот здесь ничего сложного в этой стратегии нет. То есть вот он последний импульс, который устраивал нам последний лоу. А нижняя точка живая. Если только клозами мы окажемся внизу, то преимущественно трейдер, который работает по данной стратегии, будет уже рассматривать для себя не buy, а sell. А sell. Вот в такой вот дуге. Ну, здесь он определит самую минимальную точку, вот так вот, и будет уже рассматривать для себя sell. Спасибо, Светлана. Все, продолжаем. Евро-доллар часовочка Вчера была бай и вновь оказалась в зоне села и двигается к следующим своим а, пропорциям. Если кто-то четырехчасовку хочет правильно разрисовать, то перейдите желательно на линейный график, определите острие, самое низкое, после которого было острие, самое высокое. Вот, и вы увидите, что до оставалась там буквально несколько миллипунктов, которые мы можем по четырехчасовке просто добить и все. Если мы будем добивать take profit, то, естественно, мы будем пробивать вот этот лоу. Значит, тренд по евро-доллару как был нисходящим, так и будет продолжаться нисходящим, потому что когда-то он потерял значимость восходящего тренда. И, соответственно, вот это было коррекционное движение, после чего можно будет растянуть первый раз вот так вот фиолетовый. До этого фиолетовый растягивать было невозможно. Вот теперь ее можно будет растянуть после пробития лоу. Все, евро-доллар продолжает сел, но внутри сегодняшнего дня есть вот такой вот бай, который тоже имеет место быть и который тоже может достигнуть своей пропорции. Там буквально ну, небольшая динамика, небольшое, ну, 14 пунктов всего. То есть ну, можно даже в принципе и не участвовать в этом бае, чтобы лишний раз ну, не напрягаться из-за этих 14 пунктов. Почему? Потому что сегодня пятница, сегодня 14 апреля обычно в пятницу я не торгую вот сегодня так совпало что и не торгую и отдыхаю и получаю поздравления там и так далее то есть сегодня торгов с моей стороны вообще никаких нету нет окей фунт доллар остает оста... а вот подождите вот здесь вот была фиолетовая линия я сейчас ее на место поставлю чтобы вам было понятно откуда она появилась то есть многие говорят у вас откуда-то появляются фиолетовые линии и потом куда-то исчезает нет они у меня как были так есть то есть я для себя всегда определяю то накопление вот которые, в принципе, было пробито агрессией, а потом оттестировано с обратной стороны. Вчера мы находились в зоне бая, сегодня мы находимся опять в зоне села. Раньше для удобства я рисовал зону села зеленым фломастером, а зону бая белым фломастером. И получается, что евро-доллар проваливается в зону села вновь. Единственное, что евро-доллару мешает сейчас провалиться окончательно, это трендовая линия, которая поддерживает пока что евро-доллар, который может опять выйти в зону бая и продолжить свои пропорциональные движения вверх. Вот так вот. У фун-доллара ситуация немножко другая. Смотрите, я все удалю, потом заново нарисую. Фунт-доллар пробил э -э, горизонтальный уровень 1. То есть вот здесь вот. Там более точно поставим, вот сюда. Раз. И наклонный уровень 2. То есть он, грубо говоря, находится в зоне бая, потому что он не соблюдает нисходящий тренд согласно наклонной линии и согласно горизонтальной линии. Вот, получается что у фунт-доллара правильная Fibonacci вытянутого трейдера а, выглядит именно вот таким образом то есть мы нах... продолжаем оставаться в зоне бая в зоне бая, вот, но а, опасный коридорчик закрыт и он двиг... движется пока что а, вниз почему потому что вот фунд доллар хочет достигнуть цель а, вчерашнего импульса Давайте посмотрим как это произошло мы с вами встречались вчера. Все это время мы активно покупали позавчера. Помните, вот здесь вот мы приняли решение, фунт доллар давайте купим, бай, бай. И вот эта кувалда, она кому-то принесла счастье. Я очень много писем получил, что по фунт доллару они действительно получили тейк uh, профит и очень довольны. Вчера, когда мы с вами встречались, мы, все, мы с вами взяли классический одноцвет, вот так вот растянули и сказали. Если клозы окажутся внизу, то это будет сел а если клозы окажутся вверху, то это будет продолжающийся бай. Бая не состоялась, предварительная чувствительность нижнего уровня была дважды. Далее был прокол, не касание 7.6, и вот мы движемся ну, уже почти 2.61 рядом. Чтобы приблизить свое счастье, нужно перейти на линейный график, найти острие в острие, и э, счастье трейдера в противошорсте будет находиться ну, буквально в нескольких пунктах. Вот здесь вот, еще чуть-чуть, и он э, добьет противошорста. В этот момент действующий бай пока сохраняется. Давайте теперь опишем ситуацию, если кто-то вот даже прямо сейчас при, примет решение, одновременно нажмет на кнопку buy, просчитает, у него здесь 36 пунктов до, до стопа, и здесь же он одновременно нажмет sell и просчитает, что до sell у него здесь 22 пункта. Поэтому я думаю, что при небольшой манипуляции с калькулятором можно прям с текущей точки уйти и в buy, и в sell и получить от этого удовольствие. Действительно. Если взять в руки калькулятор, то удовольствие можно получить. Угу. Sell работает, buy работает. Buy вытянутый, sell original. А чем отличается original от вытянутого? Original может ходить к, сво к своему 261 потому что далее он может превратиться еще и в вытянутого. А вот вытянутый не обязан ходить к своему тейку, потому что в Ласкисе он уже отдал несколько десятков тейков вот с этой точки. Первый тейк, далее второй тейк, третий тейк, четвертый, пятый, шестой, седьмой и куда-то вот, вот дотянулся. Докуда он дотянулся, давайте посмотрим. Здесь есть Ласкис оригинал по правилу номер три. но и вот здесь вот, если правильно прилепить его, сейчас вот так вот, то он дотянулся почти до своего 1109 уровня. Давайте я вам в замедленном виде покажу. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Поэтому каждый... А, вот, вот он, вот правильный инструмент. Каждый Ласкис Оригинал... Смотрите, это, это Ласкис Оригинал? Да, это Ласкис Оригинал. Он был на своем 1109 уровне? Да, был. Почему? Если применить к нему правило номер два. Ну, вот правило номер два применяем. Он был на своем 1109 и абсолютно точно. Абсолютно точно. Окей? Значит... Ну, как бы для меня как кажется, что баи уже по фунтику закончились, но Казаться это одно, а действовать это другое. Сел то включенный стоит. И когда Сел придет к своему тейку, то все переживания за фунта закончатся. Просто закончатся и все. А, ну ладно, он пришел к тейку, который поглотил стоп-лосс от бая. Хорошо же? Хорошо. Я думаю, прекрасно. Разобрались. Как себя чувствует фунт-доллар четырехчасовка? А, у нас с вами картина валет. А, верхний валет вчера проиграл. А, то есть нижний валет должен был добраться до своего тейка. Но если пройдет такая ситуация, что здесь действительно стоит 1109 от часового графика, то тогда верхний валет вновь заработает, потому что без касания верхней точки коридор жив-здоров и пойдет к следующей своей пропорции, а нижний вновь проиграет. То есть понаблюдая вот за этим вольтом, чтобы потом посчитать, сколько здесь было стоп-лоссов. То есть пока что здесь ну, как бы выход, переход в состояние вольта, выключение села, если мы отправимся вверх, то все будет нормально, Бай достигнет своего, своей цели. А если мы пойдем вниз, то sell включится, buy выключится и sell достигнет своего take profit. Вот так вот примерно. А по-другому на рынке никак. По-другому никак, потому что есть много стратегий. Я думаю, мне кажется, рынок мне что-то должен там, и так далее. И так далее. Таких стратегий очень много. Золота сегодня торгов нету, но ну, давайте посмотрим на золото одним глазом. Вот, Если бы были бы торги, уже был бы тейк уже был бы тейк. То есть золото а, за вчерашний день не трогало стоп-лосса, продолжает оставаться в бай. Напомню, как мы работали по золоту. Краткое содержание предыдущих серий. Помните, да, когда мы хотим посмотреть какой-то нормальный сериал, да, мы сначала а перед фильмом сначала прокручиваем ну, первые там, 228 серий, что из них происходило. Итак, вот в этом коррекционном движении мы с вами нашли парня в адидасовском костюме. Вот. Этот парень в адидасском костюме по умолчанию должен ходить на свой 1109 Фибоначи, мы это знаем с вами, знаем, но что, он, что мы там имели? Мы вышли, получили кувалдой тейк-профит первый, далее мы вытянулись, получили импульсный Take профит то есть вышли, получили кувалды импульсный, следующий кувалды, видите, получили импульсный. И далее у нас не было никакой другой возможности, как вытянуться до следующего коридорчика с хорошей чувствительностью 161 и ждать своего тейк-профита. Ждем. Но чтобы получить его немножко пораньше, прибегаем к помощи линейного графика. То есть переключаемся, здесь переключаемся и видим тейк немножко ближе. В этот момент мы боимся селов. И вот он наш опасный коридорчик по селам за вчерашний день. То есть он никуда так и не сдвинулся. Мы с вами определились, что вот здесь будет вспомогательный бай. Бая не состоялась, села не состоялась, бая не состоялась, бая не состоялась. Состоял, и на этом день закончился. То есть села вчера по золоту команды не было. Если кто-то уходил в сел, то он уходил по другой стратегии. Еще раз напомню, есть такая стратегия, мне кажется, что золото свое отходило. Есть такая стратегия. Или а, есть такая еще стратегия, а, я думаю, что оно скоро пойдет вниз. А есть наилучшая стратегия, которая говорит, не надо думать, нужно ждать сигнала. Сигнала вчера не было. Резюме краткое. Евродоллар закончил вчера свой бай, начал сел и отдал подряд все тейки, которые мог отдать на самом деле. Он отдал все, все тейки, вот, вот здесь они стоят, все эти тейки, они а, стоят а, благородно, никого не обманывая, вот таким образом. Бум-бум-бум до 423. Все нормально, все нормально. Это ласки с Да. А почему? А потому что его клозы были выше, чем все хаи предыдущего восходящего направления. Клоз ушли, вернулись на 100%, клозов наверху нету, все нормально. Сэлы все тейки получили. Вот такое резюме. Баи кончились, баи закрылись по стоп-лоссу, сэлы по тейк-профиту, баи начались. Баи начались внутри дня. Удаляем историю, растягиваем бай. Такой вот байчик. Но этот бай может поддержать тот бай, который не был на своем тейк-профите, вытянутый бай. Все, с евро-долларом понятно все. Фунт-доллар краткий обзор предыдущих серий. Бай продолжается, только у меня картинка какая-то не такая. Сейчас, секундочку. Раз, два. Бай продолжается, стоп-лосс не трогал, стоит в зоне бая согласно фиолетовой линии прошлого накопления. То есть выпрыгнул, пока что вниз не запрыгивает. Если он пойдет вниз, то, естественно, он закроется с прибылью, потому что у него уже включенный противошорт с стейком на 1.24.86. Вот такое резюме по фунтику и резюме по золоту, которое в данный момент не работает. Бай продолжается, селов не было со вчерашнего дня. Баи есть, они приносят удовольствие, а селы они просто не включаются. Все. Окей. Okay. Теперь давайте пройдемся по активам. Нефть у нас продолжает оставаться в зоне бая, использует свой текущий take профит от ну, как бы последнего импульса, который был глубже всех. И использует его не для разворота, а для продолжения тенденции. 76-го не трогает на протяжении последних э, двух дней. Остается в зоне бая. Чувствительность 161 была. Мечтает попасть на свой очередной 200 То есть э, села, села нету. Чтобы э, увидеть цел по четырехчасовке, а нефть мы с вами смотрим только по четырехчасовке, нужно пробить лоу вот, вот этой белой свечки, получить сигнал и двигаться по вот этой вот дуге вниз по пропорциям. Села нету, баи продолжают сейчас фунт бешено скачет. Говорят, ух, 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 ух. Ну, на минутке может быть да. Ух, а, да, смотрите, как на минутке. То есть в данный момент, вот, и когда я смотрю на минутки, я понимаю, что ну, как бы, торгов нет вообще. То есть, грубо говоря, либо котировка поступает неправильно, либо ну, никто не хочет с фунтом связываться. Посмотрите, какая котировочка неправильная. Вот, вот это правильная котировочка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. А здесь говорит о том, что есть спрос, есть предложение, но еще никто не определился, то ли buy, то ли sell, несмотря на предсказанный штиль страстной пятницы. Ну, может быть. Окей. Фунтик остается в зоне buy, но в любой момент может выскочить в sell для того, чтобы добив, добивать своего этого. Uh, take profit вниз. Вот. И если у нас нефть, соответственно, остается в зоне buy, то пара доллар-рубль должна развернуться, и мы с вами видим, что она развернулась. То есть она у нас находилась, напомню, смотрите, мы всегда наблюдаем за этой парой доллар-рубль, что вдруг однажды когда-то после очередного лоу пара- доллар-рубль взяла и собралась вверх. Собралась, взяла вверх. Необосновано. Если сейчас рассматривать по паре доллар-рубль-бай, то э, резюме такое. Баи кончились. То есть, когда мы попадаем в зеленую зону обратно, э, у меня резюме простое. Баи кончились, их нету просто сейчас. Кто видит бай, тот молодец. Но я их не вижу. Почему? Потому что актив находится в зеленой зоне. Вот. А когда актив находится в зеленой зоне, это, это значит, что кто-то в этот момент работает из противоположной бригады. Вот такая вот бригада работает сейчас по своим собственным пропорциям. Но нужно здесь применить линейный график, скорее всего. Потому что вот у пары доллар-рубль на часовочке ну, непонятно, кто здесь черный, кто здесь белый. Единственное, понятно, что... Вот сейчас я увеличу что нижний уровень мы чувствовали. Поэтому по новому правилу, по новому правилу, ну, я всегда ориентируюсь на первый отскок. То есть, грубо говоря, вот, ну, вот так вот подведу. Вот, и уже мы находимся ниже 161 уровня по паре доллар-рубль. Мечтаем попасть на цену 55-427. То есть не в бае находится пара доллар-рубль, а в селе. Sell находится по стоп-лоссу 56.89, тейк 55 427. Бай есть, баев нету. Ну все, разобрались. Еврофунт не может коснуться своего тейк-профита ни по линейному, ни по свечному графику, но находится в зоне sell. -а, то есть у нас была горизонтальная линия разворотная. Вот этот, смотрите, последний импульс. Мог уйти в бай, этого не произошло. Нисходящий тренд усугубился, стал двухэтажным, двухэтажным. И еще чуть-чуть и мы должны задеть нашего долгожданного тейк профита, у которого ожидаем мы э, с 30 марта без касания стоп-лосса. Без касания стоп-лосса. Это еврофунт. Доллар канадец после достижения тейка использует свой 261 э, не для продолжения, грубо говоря, а для разворота тенденции. И у дисциплинированного трейдера по доллар канадцу вчера был тейк. Выглядел он таким образом. А кто самый низкий парень за вчерашний день? Дайте мне предварительную чувствительность сотого уровня. Дайте мне пробитие со 161 и отдайте мне 423. Вот примерно вот так вот выглядела вчера а, прибыль по доллару канадцу. Что сегодня делать по канадцу, если он не уходит в разворот, а в разворот он может уйти только пробив одноцвет. То есть это все белое, 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 белое. Вот такой вот затяжной разворот по доллар канадцу ждем то если пока он а, находится вне в цели, а в тейке от с Original, то тогда мы вытягиваемся до следующего коридора. Смотрите, с Original, да. Есть следующие черненькие свечки, прерывающиеся белыми, да. Вышел, достиг тейка. Вот, более точно он достиг вытянутого W-образного коридорчика. Вот. И после двух тейков, то есть смотрите, первый тейк находится вот здесь. Вот объясню. Вот он первый тейк. Дзинг, откатил, видите? А вот он второй тейк. Дзинг, откатил. Получается два тейка. А как они получились, эти два тейка? Люди спрашивают. Ну вот так. В лас пришли, здесь получили прибыль. Откатили. На открытии следующего часа зашли и еще одну прибыль получили. 28 пунктов. Окей. И в итоге зашли в третьем коридорчике, вытянутом. И вот в данный момент мы в нем находимся в бае. Вот так прищуренный глаз. Прищуриваем посильнее. И вот такой бай у нас сейчас остался после двух тейков по доллар канадца. А если у нас целый подал, нету. Почему? Увеличиваем. Спрашиваем. А кто самый высокий парень за вчерашний день? Бумс. Ну вот сюда вот за первые черные. Ну и все, нету селов пока что. Пока что нет. Окей? Окей. Разобрались. Бай есть, селов нету. Бай какую пропорцию имеет? Вот теперь вопрос, отвечая на вопрос, ну, опять-таки, неподготовленных, э, хотел сказать, материально неподготовленных, математически неподготовленного трейдера. Материально неподготовленный трейдер это вообще, э, ну, как бы, э, ну, об этом отдельный разговор. А вот математически неподготовленный трейдеру, ну, говорю, вот смотрите, вот, вот есть у меня коридор. Вот у меня нету сигнала в есть сигнал buy. Я замеряю просто пропорцию. Так, у меня до стоп-лосса 14 пунктов, а до тейк-профита 160 пунктов. То есть рентабельность 1 к 15, к примеру. Нормально? Нормально. Есть у меня 1 доллар. Ну да. Ну да я его поставлю вот сюда 1 доллар со 100, ну, на стоп лосс 33.00. А если он придет на 34,85, у меня будет 15 долларов. 15 долларов это лучше, чем 1 доллар. Ну и все, и принял решение. Если выключится 1 доллар, то горевать не нужно. Почему? Потому что 1 доллар – это... Что это за деньги такие? Ну, об этом тоже отдельный разговор на money management. То есть, ну, я сейчас наводку дам, чтобы было понятно, о чем будет речь идти на данном семинаре. То есть, допустим, автомобиль у человека, вот если вы пользуетесь, если у вас дома есть автомобиль, то по правильному money management ваш автомобиль должен составлять всего 1% от вашего общего состояния. То есть, грубо говоря, если у вас дома лежит 100 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, то ваш автомобиль должен стоить одну тысячу долларов всего. Это правильный money management. Это правильно. А у нас же money management выглядит таким образом. Я вот вижу комментарии при покупке автомобиля. Отдайте мне, пожалуйста, там автомобиль за 1000 долларов. Это все, что я накопил за 10 лет. Больше денег нету, к примеру. Это неправильный money management. Если у вас дома всего 1000 долларов, то ваш автомобиль должен стоить 10 долларов США. Вот точно с таким же подходом к money management нужно участвовать и на форексе. То есть полученный вами стоп-лосс, стоп -лосс, он не должен, во-первых, никак психологически влиять на ваше состояние, чтобы вы не психанули и не действовали дальше недисциплинированно. А он должен просто в вашем бортовом журнале написать, что это всего лишь 0,01% от вашего общего капитала. И вы можете зайти в противошорст, и вы можете в вытянутым коридорчике зайти и получить от этого счастье. Да, вы получите счастье очень мало, но будете получать его на протяжении нескольких десятков лет. Пример приведу. Мы с другом, с Форексом познакомились в 2006 году. С 2006 года по 2008 год, год я слил порядка 100 тысяч долларов. Он же открыл свой первый депозит на 10 тысяч долларов и до сих пор пользуется этим депозитом. Потому что когда я заходил 10, 15, 20 лотами, в этот момент он просто 001, 002, 001, 002. И теперь вопрос. Сколько я заработал за 10 лет? Я себе вопрос задаю. Ну да, я заработал там, грубо говоря, там 80 тысяч долларов, а проиграл 100 тысяч долларов. Значит, получается, я до сих пор не отбился. Хотя я успешный трейдер, себя считаю таким, да. Вот. А он заработал за 10 лет, то есть у него из 10 тысяч долларов сейчас там депозит ну, 21 тысяча долларов. То есть за 10 лет он, он заработал 110%, причем ничего не терял. Теперь возьмем. Я 100 проиграл, 80 заработал, моя прибыль минус 20 тысяч за 10 лет. Ну, к примеру, я просто говорю, а он ничего не терял, и его прибыль за 10 лет составляет 100 с лишним процентов. Ну, это нормально, по-моему, нормально. Поэтому вот кто начинает по данной стратегии работать, и у вас есть 1000 долларов, не больше 001. Попробуйте по этой стратегии удержаться хотя бы год в прибыльной ситуации. То есть вот у меня есть дисциплинирные ученики, которые мне говорят... Учитель, я заработал в этом месяце 0,3%. Молодец. Учитель, я заработал в этом месяце, в следующем месяце 0,5%. Молодец. 0,8%. Молодец. 1%. Молодец. 2, 3, 10. И второй ученик у меня есть, он говорит, учитель, я на следующем месяце еще деньги принесу, у меня деньги есть, не переживайте, я еще там 10 тысяч долларов положу, все было хорошо, но я такой просто жадный человек, там туда-сюда, азартный, и я не трус. Ну, молодец, молодец. А где-то через 5 лет ты станешь трусом обязательно, потому что деньги кончатся. деньги кончатся. Вот пока они не кончились, нужно прям с сегодняшнего дня а, принять для себя решение. 001, 002, 001, 002, в противошорс 003, все, я свободен. Так, 001, 002, в противошорс 003, я свободен. Ну и так далее. Разобрались. Австралийский доллар, наконец-таки я обновил график. Мне кто-то вчера посоветовал, большое спасибо. То есть я нажал F2. Uh, ну вот так вот у меня появилась такая табличка. Я зашел в австралийца, нажал на uh, часовочку и нажал на кнопку download, потому что другой кнопочки я тут не видел. Я на английском плохо понимаю. Я тут увидел, что здесь написано ад, испугался сразу ад, что за ад такой. Дальше есть идиты, потом есть Delete, это понятно. Экспорт, импорт, мне не нужен. Uh, и Close, Close это закрыть. Ну значит одно, надо установить тинкс, download нажимаете, нажимаете, и вы устанавливаете часовой график. И вот даже давай, давайте посмотрим на австралийца. Вот я сейчас растянул Fibonacci. А, у него есть четкая чувствительность 161, у него есть, вы, вернее, выход из коридора, пробитие фиолетовой, тестирование соточки. Вот по австралийцу, вот по данной картинке можно читать лекции по лоскису. Есть чувствительность 161 и есть четкая отдача 261 и при возврате он четко чувствует 161 с обратной стороны. То есть, что говорит, что он до сих пор не угомонился и находится в состоянии бай по часовочке. Сэла у австралийца нет, потому что, чтобы увидеть села, ему нужно вернуться аж на вот сюда, вот сюда. Ну или вот сюда, я там не вижу просто. Черненькая или беленькая, вот сюда. То есть, бай есть, селов нет. А как Фибоначчи было растянуто? Да, обычным простым народным методом. Кто самый красивый в адидасовском костюме вышел и воздушные остановки. Ну, он отдал тейк, но некрасиво отдал. То есть вышел, с допустим, с проколом 161. Пи... А, вот, не дошел до своего take профита якобы. Но на самом деле здесь ситуация другая. А, если мы берем полный импульс по правилу номер два, по правилу номер два, а вы знаете правило номер два, вверху нужно применить самую подходящую черненькую, а внизу нужно применить самую подходящую беленькую. С нижней стороны, с стороны вариантов никаких нет. Если мы возьмем беленькую, это неправильно. Одна единственная беленькая. А вот с верхних, это черненькая, это черненькая, рядом стоит, не подходит. А есть еще одна загадочная черненькая, она стоит вот она. Причем она соблюдает правило номер два, и она является ключевой точкой для забирания тейк профитов. Вышел аккуратненько, аккуратненько оттестировал сотый уровень, 161, 261. Все. А австралиец находится в состоянии бай. В каком? После отдачи тейк профита австралиец вытягивается просто до большого импульса, и в данный момент он находится вот в таком бае, вот в таком бае. И трейдер опять принимает для себя решение. Так, если я сейчас зайду, потому что я посмотрел дневной обзор валютного рынка для эффективной торговли, вот, а, у меня есть случайно завалявшиеся 2 доллара 35 центов, я на этом могу заработать 10 долларов 94 цента. 10 долларов 94 цента лучше, чем 2 доллара 35 центов. А, а я в каком тренде нахожусь? Восходящем и нисходящем? Ну, по-моему, вы находитесь уже в восходящем тренде, потому что нисходящий тренд закончился. И такой он закончился, и такой закончился. Всякие разные тренды нисходящие закончились. Это первая попытка уйти вверх. Первый. Ну, хорошо. 2 доллара 35 против 10 долларов 94. Нормально? Нормально. А если я ухожу в бай, то чего я должен бояться? И вот второй экран у вас вот такой. Вы ставите туда разделитель периода увеличивайте, потому что когда мы боимся, у нас все в увеличенном виде должно быть. Вот, а спрашиваем, а кто самый высокий парень за вчерашний день? То есть ваши противошорсты будут включаться только после клоза 75 308. Все, это беленькая или черненькая? Давайте разберемся. 61 60. Черненькая. Все, значит беленькая. Значит вот так будет. Если здесь выйдет э Противошорстный клосс вы просто замеряете. Там сколько было? 23 доллара было. Так, у вас до тейка здесь фу, до 10 долларов. То, а той же самой лотностью можно уйти в противошорст. Но забрать тейк нужно по линейному. Ага, значит вот здесь вот надо острие применить. Вот здесь вот острие применить. Это все заранее же можно просчитать. После пробития соточки, значит где-то здесь. Ну у меня будет там 7. Значит, ну, чуть, все равно хорошо. 20, 23 это меньше чем 77. Ну нормально. Ну, вот так примерно будет выглядеть противошорстный. Все. Вот так вот. Это для тех, кто работает по австралийцу. То есть есть бай, который отдал тейк. Вот так вот выглядел тейк. Что делать после этого тейка? Ну, вытягиваться на следующий бай и участвовать в следующем бае. Ну, примерно вот таким образом. Окей? Okay? Окей. Okay. Следующая валютная пара, новозеландец доллар позавчера. В самом красивом парне, выход с проколом 161, достижение 423 и используем 423 для разворота. То есть мы его использовали не для продолжения тенденции, а для разворота используем. То есть выглядит это вот таким образом. Кто у нас выскакивал и заскакивал? То есть, кто у нас выскакивал и заскакивал? Будулай? Да, Будулай. Все, убираем. Фибоначчи говорим: спасибо тебе, Новозеландец доллар, за то, что ты нам подсказываешь, где живет Будулай. Ну и все. И двигаемся по следующей пропорции вниз. Баи у нас были в будулае не было. А селы были? Были. Сейчас где мы находимся? В селе. Сколько денег? Так, 4 цента. А, 40 центов всего нужно, чтобы заработать 4 доллара. 1 к 10, рентабельность. А, нет, подождите, Один не к 10, ну, грубо говоря, вот здесь 4, а здесь, э, 100. ну, 1 к, 1, к 5. 1 к 5, нормально. 5 долларов это лучше, чем 1 доллар. Селл а, есть? Да, сел начинается. А почему? А потому что бай, вот этот 423, он не дает проходу, он не дает проходу. А, ну ладно тогда, ну и все, разобрались. Это у нас новозеландец доллар. Следующая валютная пара фунт иена усугубилась, загнула дугу, вышла и уже почувствовала 161 уровень, стремится к своему 261. -й. Люди могут сказать, подождите, а как, какой 161? -й? Здесь же не было никакого касания 161. -го. Как не было? Если вы видите, что не было касания, значит нужно перейти на линейный график и вообще всю карьеру вот этого фунт-иены переделать на линейный, потому что он значит подчиняется не свечному, а линейному, линейной пропорции. Увеличиваем, ага, все нормально все нормально Тейк будет ближе просто ну и все примерно так почему мы на линейный перешли потому что вот это вот не касание но а, еще рано об этом говорить мы можем сейчас знаете что увидеть вот эта вот свечка подойдет ровно коснется и начнет откатывать тогда пропорция будет правильная потому что вот здесь она была правильная и вот здесь она была правильная без касания 76 то есть один единственный раз мы по фунт е не вышли 76 не трогаем Нужна нам чувствительность 161, а потом нам нужен 261. Так, покажите, пожалуйста, на экран еще раз все три основные еврофунт-доллара. Опоздала. Я вернусь сейчас, Елена. Если вы никуда не спешите, то в конце я вот так вывожу все на экран. Евро-доллар, фунт-доллар и так далее. Доллар-иена продолжает у нас нисходящий тренд. Смотрите, вот у нас низ. Выход с проколом 161 цели идти на 423. Была попытка политического первого переворота в бай. Она завершилась э, заходом в зеленую зону бездействия. То есть описать доллар-иену можно так. Сейлы продолжаются, бай были, но они кончились. Это доллар-иена. Ну и доллар-франк у нас чувствует себя вот таким образом. После отдачи тейка, тейки не пропускает. Но мы дождались его? Да, дождались. Когда? Это произошло вчера в 16.00 по терминалу после дневного семинара. Э, наш любимый Франк достиг нашего тейка, который мы ему указали 0.0654 и дальше этого не пошел. Описать по доллар франку ситуацию у гибкого ежедневного трейдера можно таким образом. Бай закончился четко-четко, четко-четко. Сел -четко. начался? Нет, сел не начался. Почему? Потому что после касания тейка мы будем разворачиваться только вот здесь перепоцеловались, значит, вот здесь. А вот здесь будем разворачиваться. Вот, цел пока что еще не начался. Это у нас доллар-франк. Вот и все. Разрисовали все мажорные валютные пары, посмотрели, где ситуация получше, посчитали, сколько денег в кошельке, зашли 0.01 и все. И счастье. Окей, евро-доллар опасный, вернее, бай идет, опасный коридорчик. Давайте я бай там обозначу, а опасный коридорчик сел уже, наверное, обозначу вот здесь. Это первый сел внутри сегодняшнего дня. Вот, ну, который может против бая пойти. Uh, фунт доллар uh, у нас идет и в целый и бай одновременно, то есть сел закроется здесь, и в этот момент uh, вы получите прибыль, даже если получите стоп лосс от бая. От бая. Окей. Okay? И золото со вчерашнего дня ни бая, ни сел ничего не показало. На экране надпись, данный курс уже завершен. Uh, как включиться? Юрий, не получится включиться, потому что после uh, ну, вот сейчас уже 13 минут. 13 минут назад еще можно было включиться. Сейчас уже нельзя, потому что по регламенту он закончился уже курс. Мы просто сверх нормы сидим. И кто позже пришел, он не может зайти, потому что курс уже завершен. Окей. И евро -иена. Кто у нас просил евро Кто-то у нас просил евро Евроена, евро -иена, она же еноподобная, поэтому усугубляется и продолжает свой путь вниз. А что мы видим? Мы с вами вчера по евро наблюдали за опасным коридорчиком. Бай! этого не произошло, он, выключил, он включил сел и включил коридор автоприготовления со своими собственными тейками. Вот они, тейки 261 по евроене были достигнуты. Были достигнуты. Что сегодня делать? Продолжать. Продавать при очередном сигнале. Вот так вот выглядит усугубление нисходящего тренда по евроене. Тейк у нас находится вот здесь. Сейчас покажу где. Вот он тейк. Раз. Раз. Вот он у нас тейк находится. 115.21. Если кто-то меня слышит и видит, поставьте, пожалуйста, три плюсика. Я буду говорить, если связь оборвалась, то э, семинарчик, скорее всего, закончился автоматически. А, несмотря на ваши рассказа, рассказываю, на, уже зарегистрировался, будет только устная теория, или будет раздаваться теория, запись видео, методички и так далее. А, Сергей, отвечая на ваш вопрос, будет все в онлайне, то есть вот возьмем любой график, отлистаем назад. Давайте даже вот я покажу примерно в каком стиле будет работать этот а, условно-платный семинар. Мы всегда так делаем. Мы будем тестировать руками. Смотрите, вот отлистаем, отлистаем назад. Сейчас немножко а, вот отлистаем и остановимся там, где нашей душе угодно. Бамс, остановились. Ну вот, останов... Даже вот в этой ситуации, неподготовленным взглядом, вы видите, что если вы находитесь в текущей ситуации здесь, вам нужно сначала разобраться, закончил ли свою карьеру у Лоскис Оригинал. Вот так вот. Вы видите, что он ее закончил вот здесь, на 261-м, и использует этот уровень для продолжения тенденции. А продолжение тенденции не обязано быть на своем 261 уровне, поэтому удаляем вот эту Fibonacci. Я сейчас рассказываю, как будет проходить семинар условно платный. Удаляем, растягиваем следующую Fibonacci за самую максимальную точку по правилу номер 2. Вот так вот. И хотим увидеть пропорцию 261. На этом мы закончим свою карьеру. Если мы ее не увидели, у нас сработал, соответственно, противошорст. В этом противошорсте начинаем участвовать. Бай! Все. И забираем свои денежки. Вышел, забрал, take profit. Увеличиваю. Ну, не то, что увеличиваю, вот показываю, смотрите. Предварительная чувствительность, откат. Вышел, отдал тейк. После вопроса: Да, я получил тейк. Что мне делать? Вытягиваемся до следующей. Первый, ну, как бы сказать, черные свечки. Заходим здесь опять buy после полученного тейка, ставим стоп лосс 7.6, тейк профит и получаем второй тейк профит. Окей, два тейк профита получили, да. Что нам делать после получения тейк профита? Вытягиваемся и хотим получить третий тейк профит. Вот смотрите, зашли здесь buy, стоп лосс стоит у нас, ну, грубо говоря, там 120 пунктов, это значит 1 доллар 20 центов. 1 доллар 20 центов. Напоминаю, это 1 доллар 20 центов. Но в этот момент у вас э, ну как бы работает противошорстный опасный коридорчик. Вот представьте, что у вас там риск 1 доллар 20 центов. Хорошо. Сработал противошорст, заходим, замеряем расстояние до будущего тейка. У нас будущий тейк здесь. Это 1 доллар 40 центов. Можно той же лотностью повториться и забрать свой тейк здесь. Все. Вот мы с вами отработали два Тейк-профита вверх вытянулись, получили минус 1.2 и плюс 1.4. Получили удовольствие от данного трейдинга? Да, получили. Ну, поэтому я не считаю, что она сложная. А, на самом деле, моя шутка, что моя бабушка торгует, еще раз говорит о том, что любой человек, даже бабушка, может по этой стратегии хладнокровно торговать, если на, глубоко куда-то в сейф спрячет такие качества человеческие, как жадность, мечта заработать быстро-быстро большие деньги и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти вещи нужно в сейф положить, сесть перед экраном монитора и спокойненько зарабатывать. Я вам только что показал пример, take 1, тейк 2, тейк 3 хотели забрать, получили стоп-лосс 1.2 и тут же получили тейк 1.4. Спасибо всем за внимание. Еще раз всех благодарю за то, что вы присутствуете на данном семинаре. 29 апреля мы будем обучать новеньких новичков. 13 мая будет замечательная конференция в Екатеринбурге. Ну и дальше города там по регламенту. Я пока не знаю, какие города, но в прошлом году это был, это был Нижний Новгород, Одесса, это был Киев, это был Ташкент и много-много других городов. Кишинев, я думаю, что люди, которые побывали на очной встрече, могли задать свои вопросы, а что же мне не хватает для того, чтобы стать счастливым человеком. До свидания. Я сейчас все правильно нарисую здесь, поэтому вот еще раз повторюсь, для чего нужен противошерст? Противошерст нужен для того, чтобы когда вы получаете стоп от вытянутого коридора, в этот момент вы получаете счастье от тейк-профита противошерстного. Конференцию, наверное, будут показывать, если у них будет видеокамера. Видеокамера, если будет, то будут показывать. Если не будет видеокамеры, значит, не будут показывать. До свидания. Всем удачи. Я буду сейчас рисовать.